каждая хозяйка будет довольна здесь огромным количеством глубоких шкафчиков. В этот раз покажу вам отличную трехкомнатную квартиру с видом на старый город. Чтобы комментаторы меня не захейтили, сразу скажу, что это, конечно же, с зумом. С этой квартиры вы действительно будете видеть замок Люблина, да? И вид этот открывается у нас с обеих спален. В одной из них я сейчас нахожусь. Светлая, просторная спальня. Вот такая вот сейчас без мебели. Здесь полностью сделан ремонт. Здесь же рядышком вторая спальня. Остается здесь только привести вашу мебель и расставить ее по вашему вкусу. Точно такую же квартиру, только на первом этаже, я уже показывал в одном из моих видео. Кому интересно, вы можете найти ее среди моих выпусков. Но и повторяюсь, вот здесь у нас коридор, тут у нас две спальни направо уходят, прямо у нас ванная комната, и здесь у нас большая, действительно большая гостиная. Сейчас мы туда пойдем, выйдем также на балкон, но давайте войдем в нашу ванную комнату, потому что ванная комната тоже заслуживает внимания. Она сделана очень качественно, вся отделка и фурнитура, и материалы, все в современном стиле. Видите, здесь для любителей и душа будет здесь, как и душевая кабина, и каждый, кто любит набрать горячую ванную, сможет здесь полежать и попарить свои косточки. Много пространства. Здесь у нас шкаф, здесь много места. Вот так это все открывается на таких вот внутренних кнопках. Уже декор подготовлен. Кто хотел бы приехать посмотреть на эту квартиру вживую, конечно же, я вас приглашаю. В описании к этому видео вы найдете и параметры этого жилья, площадь, цену, улицу, все там будет, поэтому приглашаю, заходите, читайте, ну и, конечно же, комментируйте. Не показал вам еще дополнительное освещение, которое у нас вот здесь включается, да? Но и на этом, наверное, пойдемте все-таки в кухню. Кухня у нас совмещенная, как я уже сказал, с гостиной. Она тоже большая, просторная. Сразу бросается в глаза вот эта стена в таком стиле, я не знаю, напишите в комментариях, какой это стиль. Я бы сюда какие-то картины вот повесил, знаете, вот как в картинной галерее. Но это уже искусство, я не сильно разбираюсь в этом искусстве. Давайте мы больше о комфорте. А комфорт здесь есть, потому что кухня полностью оборудована для любителей современных приспособлений, таких как посудомоечная машина. Здесь, конечно же, все есть. Вот эти все наши гусаки, гнущиеся, выгибающиеся во все стороны. Каждая хозяйка будет довольна здесь огромным количеством глубоких шкафчиков. Подсветочка, которая, конечно же, создает комфорт приготовления пищи. Полностью все встроенное. Этот шкаф, который мы здесь видим, конечно же, я думаю, многие из вас догадались, это холодильник. Холодильник у нас здесь уже встроен. Посмотрите, как плавно заезжают у нас вот эти все доводчики. Да, кстати, если мы говорим о доводчиках, то, видите, все здесь у нас плавненько, ничто у нас тут не будет стучать и грохотать. Вся бытовая техника новая, все в пленках, инструкции, видите, еще пенопласты. Конечно же, придется снимать именно вам, никому другому. Все здесь сделано под ключ и как для себя. Ну, а теперь я приглашаю вас на балкон. Балкон у нас тоже совсем не маленький. Я бы сказал, такой себе балкон-терраса. Кто разбирается, посмотрите на вот эти плитки. Они, я вот не знаю, наверное, полуметровые, да? Ну, и тут вы точно можете посчитать площадь этого балкона и понять, что он действительно большой. И здесь разместится и столик, и стульчики, и здесь прекрасно можно будет отдыхать. Кстати, подумали также и о подсветке, вечером вам будет здесь комфортно. Что мы видим из нашего балкона? Детская площадка, где играются ваши дети. Там вот стоит автомобиль, если вы, конечно же, захотите купить паркоместо. Там также въезд в подземный паркинг. К сожалению, паркоместа отдельно покупаются. Паркоместо на улице, на поверхности стоит чуть дешевле, а паркоместо в подземном паркинге стоит чуть дороже. Но это все равно вполне подъемные цифры.
С этой стороны мы также видим массив новостроек, краны, строятся новые дома, и этот дом тоже новенький. Здесь у нас тоже идет строительство, и совсем скоро у нас здесь вырастет еще один домик, будет полностью развита инфраструктура. Как я уже сказал в самом начале видео, мы находимся совсем недалеко от центра, настолько недалеко, что его видно прямо в окно. И кто хотел бы жить в этой квартире или приехать посмотреть ее вживую, приглашаю, звоните, пишите. Ну и до встречи на просмотрах.